Ну что ж, этот момент все-таки настал. С самого начала я на самом деле вообще, возможно, не хотел записывать это видео, или куча мыслей, короче, в голове было о том, что в этом видео сказать. Ну, с самого начала, естественно, это было пару слов вот так сказать, все там, пока канал, до свидания, потому что... А что тут еще почти что говорить, с первой стороны можно подумать, верно? Но потом я подумал, что действительно, это ж теперь, да, последнее видео на моем канале, и надо хоть немного подвести, естественно, как итоги десятилетия, например, видеоигр, ну, это как на примере. И я подумал, что, ребята, с вами поделюсь хотя бы, ну, хоть какими-то воспоминаниями, правильно, через какой я путь прошел, там вот это все. Все в таком духе, короче. Ну и потом, после того, как вот это все, я думаю, быстренько обсудим, будем на этом мы как раз и заканчивать. Как тяжело и не было. Для начала, естественно, хотел, ну, давайте быстренько подведем итоги всех годов, которые я проходил на своем пути, или как это еще сказать. Быстренько отметим самые важные анспекты и так далее, как у меня тут, можно сказать, все к успеху шло и тому подобное. Давайте, конечно, все-таки начнем. Естественно, давайте начинать с 2017 года, с того года, который я только начал все снимать. Да, успех был, конечно, неплохой на самом деле. Большинство спрашивали, через что ты там монтируешь там. Большинство нравилось мой стиль монтажа, там вот это все в таком духе все происходило, я экспериментировал там, да, повыпускал много разных и для большинства народа хороших видео, я вот так думаю, я для себя считаю, ну и думаю, большинство из вас тоже посчитает, хотя прежних подписчиков уже очень мало осталось, мало кто это, возможно, подтвердит, ну да ладно, и да, вот тут, конечно, много всего было. Обзор, чего только стоит, да, вот вспомнил. Обзор новых донат-юнитов, самое важное было, с рыцарей битвы героев на тот момент времени. И самое больше просмотров. Битва донатов, там части очень много было, тоже неплохое количество просмотров. Ну и разные тестировал еще, да, игры на слабом ПК своем тогда. Тоже было неплохо, как сказать, записать для себя новый опыт. И еще... естественно, самая хайпанутая, давайте так назовем, да, если мы сейчас ее найдем, давайте, миссия в «Рыцаре битвы героев», естественно, она должна быть где-то чуть вверх, вот, она самая похожая, на по сей день самая просматриваемая на моем канале была, то есть и сейчас просматриваю, 18 тысяч просмотров, то есть самая... лучшее видео, почти что можно так посчитать, на моем канале, кому народу понравилось больше всего, похоже. Ну и не могу не согласиться, потому как там было просто трэш, одним словом. То, что разработчики там устроили, конечно, и так далее, это был просто ужас. Но потом в следующем видео, естественно, я прошел, тоже неплохое количество просмотров, почти за первым видео угналось. Было, короче, очень круто. Да, такое золотое, конечно, ну, почти что время было. На самом деле, да, 2017 стал эталоном того, друзья, что, ну, хотя мы, да, у «Рыцаря битвы героев», естественно, началось большие проблемы. И именно тогда, в конце, наверное, уже года 2017, они уже изогнулись полностью, потому что большинство игроков уже поняли, что будет дальше в этой игре. Вот, наверное, и все. Да, и был, и, в принципе, конец года, конечно, да, не обошелся без хейтеров, там, небольшой войны даже с ними, но самое главное, естественно, друзья, что нужно мне сказать? Это, естественно, то, что мы, естественно, эту войну прошли и, возможно, даже выиграли, на самом деле. Я просто стараюсь про это уже больше не вспоминать, но немного отчетливо помню, что это, слава богу, все закончилось. Ну и спасибо, как говорится, на этом. Да, вот последний ролик, тогда я уже думал сказать там «Игра зимы» записать и все, но потом по Новый год делал, вот начался 2018 год. Этот год тоже выдался, как бы сказать, не столь удачным, может, или удачным, но по большей степени очень трудным для меня. Столько разных событий не только было на канале, но и у меня в жизни, то есть очень много переломных моментов было, и...
долго, короче, про это рассказывать. Ну, короче, да, самый, наверное, тяжелый год у меня в жизни был. И вот, конечно, когда только начал выкладывать новые ролики с 2018 года, то на самом деле уже было неплохо, как бы сказать. Да, вот количество просмотров уже, конечно, 20. Ну и тогда было неплохо. То есть год начался, в принципе, неплохо. Ну и, в принципе, что по вот этому году могу, самые, например, успешные видео сказать, какие были или что там. Да, контент только у меня, можно сказать, в принципе, по моему мнению, скромно могу сказать, что контент у меня начался только улучшаться, а не ухудшаться. Ну, некоторые, конечно, говорили, что что-то там загнулось, там вот это все. И, естественно, большинство сразу, наверное, давайте пока вспомнил, скажу, что большинство говорили... Ну, или, может, просто несколько людей, что ты говоришь, что уйдешь, в каждом видео говорил, что будешь уходить из канала, там вот это, надоело это, скучно уже смотреть твои видео. Ну, и, в принципе, я тогда хотел это сказать, но, похоже, позабыл это сказать. Некоторых видео я уже недавно, наверное, тоже про это говорил, но скажу одним словом, то, что просто тогда... То время было, которое было тяжело просто принять решение. Вы поймите хотя бы это. Потому что если действительно принял бы то решение, то большинство роликов уже, в которых я сделал дальше, их просто не было бы. Ну, я думаю, вы точно посчитайте, что те ролики, которые я дальше делал, тоже хорошие были и так далее. Ну, короче, всю соль, я думаю, вы понимаете о том, что я хотел именно сказать. Да, конечно... Историю прошлого, вот, «Рыцарь битвы Яров» еще делал, это вообще было, конечно, на самом деле круто. С одной стороны, потому что я всю историю почти что из официальной группы брал, это тоже, я на самом деле считаю, выдающееся было. А турнир «Чести и боли», я помню, классный монтаж там делал, вот это все звуки «Рыцарь битвы», которые могли бы разработчики еще добавить там, но забили на игру в итоге. Все всякое разное было. Вот «Волки Мари» 2018, полное прохождение на примере. Вот. И опять новые миссии с Кориком, да. И здесь, я кажется, да, и другие Clash Royale начал играть новые игры. Там потихоньку экспериментируя с контентом, как говорится, не только рыцари. Подавай. Или вообще. И самое выдающее, я хочу сказать, ролик, естественно, да, это фильм по игре. Да, «Рыцари битвы героев», который я попробовал сделать. В небольших других красках. Жалко, что не анимации, когда-то я делился с планами, помните? То, что у меня в планах было сначала ретпшку одну сделать хотя бы для канала. Просто так захотел, чтобы будет прикольно и так далее. Ретп, естественно, мы сделали это так. А это было здесь или нет? Возможно. Это, наверное, да. Только я просто плохо вижу. Короче, ретпшку я сделал с Петра ТВ. Вот тут я даже память о нем писал. То есть писал, записывал, да, видео сделал. Это было, да, неплохо тоже. Ну и плюс насчет Петр ТВ я совсем не ошибся. Что ж, ладно. Бог уже с этим. Вот, трейлер фильма даже вот это все делал. Но да, что я хотел сначала сказать? Давайте сейчас найдем это видео. Петр ТВ РТП. Я делал это что, уже в 2019, что ли? Сейчас, друзья, извините. Да-да-да, вот. Я его сделал точно. Ну ладно, тогда это об этом потом. Ну и самое, как я говорил, выдающееся, да, это фильм про «Рыцарь битвы героев», хоть и не сильно много просмотров набрал, 1000 хотя бы есть, это хоть что-то, ну, можно сказать, мне самое главное внимание для этого ролика там было, все эти дела. Но вот это самое, я считаю, самое большее выдающееся в том году, которое я сделал, и под то тяжелое время я умудрился и такое сделать. Я сейчас от себя сам в шоке, конечно, был. Да, конечно, это было занятно, но тяжело. Ну, главное, что мы это наконец-то все прошли. И слава богу. Потом, ну, и в принципе, давайте, да. А, да, и тяжело было, конечно. Тогда я говорил, что... Да, тут в последнем ролике, как раз в 2018 году, с Новым годом я поздравил всех, в итоге сказал, но сказал, что ухожу из канала вроде, типа. Но потом решил все-таки все равно вернуться, потому что еще какой-то интерес был для канала там и записывание роликов. Да. Ну, хотя было тяжело, конечно. Ну и в 2019, естественно, я не сбавлял почти что обороты, только попробовал совершенствоваться, тоже разный формат, там, ну, можно сказать, все в таком духе, как что и делал почти что и в прежних годах, в 2018, много всяких игр начал проходить, да, и полноценное прохождение по ним сделал как раз. Много разных обсуждений было по «Рыцарь битвы героев» совместки, там вот это, я считаю, тоже это было выдающееся время с этим.
Вот отдельный геймплей по одной игре я начал записывать, например, какой, такой как Sekiro Shadow Knight Twice, например, Assassin's Creed, вот, Naruto Shippuden Ultimate и так далее. А вот, РТПшку, да, как я сказал, а, да, что у меня изначально был план, это РТП, игрофильм и что-то еще. А, и трек, который я записал вроде в 2020 уже, да, и в принципе... Я все из этого почти что, все, что хотел в своей фантазии реализовать в канал, сделал. Но на самом деле еще одно я хотел, но этому уже не суждено сбыться. Вы, наверное, сейчас догадаетесь, друзья, кто-кто. Наверное, уже реально, ну, понимает, о чем я. То ж, это анимация, настоящая анимация из «Рыцарь битвы героев». Там, ну, хотя я попробовал это сделать из редактора карт Warcraft 3. Ну, это, естественно, почти что не то, это там свои модельки, все такое. А я хотел бы сделать, собственно, свою анимацию, там, где, например, я в черном таком плаще, помните, я рассказывал, с мечом, там вот это все, с разными способностями, сражаясь против донатвинитов, и все в таком духе. Вот это хотел самое последнее, что резать для этого канала, чтобы было это круто тоже, и все такое, было смотрибельно, там, ну, и все в таком духе. Но, к сожалению, это не суждено сбыться по той простой причине, друзья, то, что это очень трудно делать, во-первых. Во-вторых, я не знаю, как вообще, в какой программе, но это можно было выяснить. Но меня на это уже вообще не тянет сейчас, и мне все равно уже на это, если честно. Но главное, большинство идей из этого я все-таки смог реализовать, и это, собственно, я уже рад, да. Так, и, кстати говоря, вот, что еще самое выдающееся, это, естественно, не только вот это самые разные прохождения игр и так далее, но и, естественно, прохождение рыцаров битвы героев с самого начала. И на самом деле, это круто было. С самого начала, и, естественно, я прошел их и до конца. И на самом деле, блин, это было на самом деле познавательно, круто. Даже один из роликов, вот, я даже вам покажу, этот попал типа в тренды официальной группы «Рыцарь битвы героев», я до сих пор это запомнил. Но этому уже не был на тот момент удивлен сильно, потому что «Рыцарь битвы героев» начали скатываться тогда и так далее, и все мысли тогда у меня были в голове, и поэтому не сильно я так радовался. Но секундочку, я смог порадоваться хотя бы. Хотя бы это, да, поднимать настроение к этому. Ну а так, в принципе, да, это было классное такое тоже путешествие, типа на час даже записывал вот эти прохождения. Главное, чтобы все записал, все, что смог бы, вот это. Там. Да, и вот полноценное прохождение Sniper Elite 2 Remastered, вот, да, и A Plague Tale Innocence. Ох, помню, что вот эти две игры сносили мне просто мозг, потому что... Ну, просто реально игры вот эти все появятся, ну, особенно вот эта игра. Я действительно хотел поскорее записать ее, пока она была в тренде, там и все такое, записать полное прохождение там, но, конечно, там начал... Я тупил, не буду скромничать по этому поводу, но все-таки классно, что я все-таки смог хотя бы какое-то полноценное записать прохождение, потому что, да, сейчас, естественно, мы заканчиваем с каналом, естественно, я ухожу из него и... Я рад, что хотя бы вот этих результатов добился, что... То есть я начал вообще тогда проходить, а то бы не было бы, наверное, какого-то прохождения. Ну, хотя есть одно. Это, естественно, Warcraft 3 Regen House я хотя бы еще прошел. Но полноценный AAA проект, или как это... Ну, просто настоящие видеоигры я хотя бы прошел в том году. И за это я хотя бы тоже рад. Да. И прохождение рыцаров, и прохождение каких-то... Вот этих всех. Вот это самое выдающееся в этом году было. То есть в том году, 2019 было. Ну, вот, запилил вот это все. Было круто. Финал тоже сделал по прохождению «Рыцаря битвы героев». И потом потихоньку, вот, когда этот год начал уже заканчиваться, дорогие друзья, я начал, как бы сказать, как бы это вам объяснить, цените каждый почти что свой вышедший ролик, потому что я к нему... относился с душой почти что, то есть монтировать, можно сказать, с закалкой, то есть и так далее, потому что мне нравилось то, что я тогда вот это делал, например, вот, по разным вот этим играм вот это все, вот. И потом, конечно, еще потихоньку уже начал записывать «Рыцарь битвы героев», ну и потом разные вот эти игры записывал. Это было, да, все равно круто и хорошее ощущение тогда давало. То, что, и мотивацию того, что продолжай, ты сможешь, ты добьешься еще успехов и так далее. Почти что такие мысли были у меня в голове. Вот. И, да, вот опять итоги опять вот этого года. В принципе, они прошли чуть-чуть получше, чем в прошлом, вот это в 2018 году. И даже в 2017, да.
Вот. И на самом деле это было... Да, даже познавательно. Я тогда даже спешил, почти что говорил, но все-таки смог выслать все, что хотел тогда. Это было на самом деле круто. То есть радует уже тот факт, то, что хоть на позитивной ноте я смог закончить те итоги 2019 года. И в итоге начался 2020, наконец-то, год нашего времени сейчас, естественно. Не с рыцаров, естественно, потому что я не от них уже наконец-то завишу, и этому я действительно рад, друзья. И ты начал с такой игры Darksiders 3, и в принципе, да, неплохо получилось, хоть и опять просмотров мало на вот этих всех прохождений игр и так далее, только по рыцарям большие просмотры были, но я за этого не расстраивался, потому что я знал, что так будет. Ну, как я не сильно известен, оно там пиарится, там все такое, но меня это больше уже не интересует, потому что, во-первых, мне лень, естественно, могли бы уже, наверное, догадаться, да, ну и еще... Естественно, то, что я не хочу в эти все скандалы или чему-то возможное, вот эти все прогрессии и так далее, ввязываться, потому что мне это просто не надо уже. Как бы сказать, у каждого свое мировоззрение со временем меняется и так далее. Да, вот, естественно, давайте сразу отметим здесь самое первое, почти что второе видео после игры Darksiders. Орка Мечника, наконец-то, да, собрал в рыцарь битвы и выложил на канал, наконец-то. Но это было небольшое достижение, но я этому уже не сильно тоже вроде радовался, но хотя бы с другом это записал. За это, естественно, спасибо Тимиксу из канала GamePlus. Вот. Вот-вот. И вот даже сразу следующий пошел, да, еще один ролик. Этот трек, который я вам перечислил, как раз то, что я для канала вообще хотел сделать, в принципе, тоже неплохо получился, хоть как-то. Непрофессиональный, как типа музыкант спел, но все-таки... попробовал. И мне, в принципе, из этого было достаточно. Надеюсь, кто этот трек смотрел, вам он понравился. Ну и про Оркомечника, конечно, я тоже старался. Почти на час аж записал. Ужас. Потом начал Warcraft как раз вот записывать пробный ролик, там вот это все, потому что Reforge, я помню, вышел на... Он провалился немного, там всякая, короче, история была с ним. Я уже с вами это обсуждал в этом ролике и последующих. Ну, в принципе, тогда вот это все я записал, было тоже неплохо, и тогда была мотивация на то, что продолжать дальше проходить эту игру или нет. Ну, в принципе, большинство захотело, чтобы я проходил, и, естественно, я начал. Хоть и желание не сильно было почти что. И тут как раз вот про вот это редактор Warcraft 3 я попробовал, в принципе, большинству народу почти что понравилось. Я решил сделать еще одну, спустя время, еще одну часть, и, в принципе, тоже она не хуже, я думаю, первая получилась, там, можно сказать, пробный эксперимент, там вот это, по рыцарям битвы героев, конечно, я выложил это. Ну, потом решил уже все, буду заканчивать с этим, потому что, ну, просто это было тоже тяжело делать, и в этом уже не было смысла. Главное, что я хотя бы попробовал себя в этом. Вот и все. Ну, естественно, да, потом начал первое прохождение Варкрафта, и потом, естественно, уже потом мы увидели, что разработчики бросают, то есть на обновление, там, то есть на игру полностью забивают, потому что обновлений не будет, ничего почти что не будет, только опять повторные вот эти ивенты, которые сказали будут на Чумной Доктор и Ледяной Голем опять повторяться, но до конца понятно, этого года игра, наверное, не продержится, потому что флеш отключит и все тому подобное. Но с самого начала, когда я только выложил этот ролик, я помню, что я написал, что все, прощаюсь окончательно с игрой, или вот это в конце была у меня надпись. Но потом я изменил это название, потому что решил, что еще полностью рыцарь не бросаю, еще какой-то ролик запишу по ним, и прописал на этот раз рыцарь битвы героев практически рип. Вот. Да. Но сейчас мы окончательно с ними, то есть не только с ними, но и с каналом прощаемся, так что... Да. Так вот такое времечко настало. Полностью проходил Warcraft. Мне, в принципе, все это нравилось. Хотя в какой-то момент хотелось и бросить, друзья. Но все-таки, как видите, не сошел с этого пути. И сделал аж почти что 31 выпуск. И это круто, я считаю, если честно. Тоже небольшое выдающееся достижение в этом последнем для канала году. Я должен сказать. Ну, естественно, что еще я хотел добавить? Да, Орк-мечник и трек, и Warcraft, наверное. Все, что намамлено. Ну и, в принципе, можно немного отметить и игру Ori and the Will of the Wisps. Ori и Воля Огоньков, я до сих пор запомнил его перевод.
Да, та игра тоже меня. Я думал, что игры никакие уже больше меня так поражать не будут, то есть и впечатлять, и все такое. Но я тогда, естественно, ошибся. Блин, можно сказать, как будто отстала жизнь и так далее. Но ладно, я шучу по этому поводу. Я имею в виду, что какими-то красотами и всем-всем, что игра может еще показать мне, она, похоже, смогла. Скажу вот так вот, а то сейчас запутаю, возможно, вас. И, в принципе, ей это удалось, и в итоге она меня как раз и уговорила записать на нее ролик, потому что, блин, это было круто. И как раз до того момента, друзья, я не знал, какой финал будет этой игры, и я решил это лучше записать как реакция на камеру. И это было, на самом деле, классный опыт для меня, вот это позитивный, хоть я на реакциях не сильно такой эмоциональный человек, я вам уже рассказывал, но все-таки, блин, как я вот тут написал, очень хороший платформер, сделанный с душой. Я не прогадал на самом деле. Хотя, да, скажу еще по этому поводу и по Варкрафту еще, что смешанные, конечно, были лайки и дизлайки. Я не сильно не понял народ, что-то им не сильно понравилось. Я вроде не бомбил, там я все рассказывал по своему мнению. Ну, возможно, многим мнение мое не понравилось и так далее. А по Варкрафту вообще не было почти что лайков и диза. Ну, а дизи, кстати, появлялись. После того, как я одного там человека еще, помню, забанил. Он там постоянные сообщения те же самые записывал, и он мне в конечном итоге задолбал вот этим всем печатать, я его заблокировал. Ну и в итоге пошли потом дизы за этого. Странно, конечно, было, но... Ну что ж, и... Я не сильно обижаюсь из-за того, что вы мне не ставили лайки на Warcraft вообще. Ну, некоторые там, когда я только начал, ставили, а потом что-то уже актива почти не было, то есть просмотры только небольшие были, и ноль лайков и дизов. Странно, конечно, было. Ну что ж, понимаешь. В итоге все, когда я закончил Warcraft 3, Red Zone House, я еще записал вон, да, важные новости от PlayCode. Вот это, естественно, с Фиатом, Тимиксом и его братом Actionbox Boy. Вот это был, и, кстати, неплохие просмотры на тот момент набрал. Я был удивлен немножечко вот этому. Спасибо вам, естественно, за эту поддержку было. Всего вот это. Ну и давайте, естественно, уже заканчивать с каналом, естественно. Мы почти что к концу подошли. Я начинаю опять теряться в словах и тому подобное, потому что я могу сейчас опять какую-то чушь сказать, но постараюсь внятно вам сказать, что вы, естественно, зрозумилы це. Все это. Ну и потом пора поговорить обо всем вот это все. И на самом деле опять неплохой дельный и экспериментом, и многие новости я смог рассказать для вас тогда, кто смотрел этот ролик. В принципе, просмотры нормально. Спасибо вам тоже за это. Ну и лайки, кстати, тоже хорошо набрали. Но это не суть важно. То, что я про все там рассказал, и, можно сказать, про всю игровую индустрию, там, и про индустрию в целом, про рыцарей тоже, поэтому я назвал так еще ролик, я помню про это все. Было познавательно, на самом деле. Мне очень понравилось то, что я с вами тогда с этим всем поделился и так далее. Потом я начал впервые почти что жизни канала, попробовал штурм, то есть вообще записать ролик без монтажа. А так я все ролики сделал с монтажом, и это, конечно... Ну, в принципе, не сильный такой удивительный опыт был для меня. И плюс, это же было плюс полегче, потому что записал и выложил. Все, никаких дополнительных монтажеров, там надо вот это делать, париться и так далее. А сразу записал и все. И, в принципе, народу почти что неплохо так понравилось. Сделал аж 3 полноценных выпуска. В принципе, 3 это как раз символично, согласны? Да и, в принципе, да, настрой тогда вот такой был. Опять про рыцаря записал. Ну, в принципе, все. Хватит, как говорится, из этого. Ну, естественно, давайте все про последние. Теперь видео быстренько скажу я. То, что я решил все-таки их сделать. Потому что, да, просто решил как раз и заодно и попрощаться с тем форматом, который мне и подарил, можно сказать, мотивацию делать ролики дальше с 2017 года. Это, естественно, самый главный монтаж. Без голоса там еще было и так далее. Только качественный монтаж и музыка и так далее. Первый выпуск понравился большинству людям, они только говорили: вау, вау, круто вот это. И я был удивлен, что вы так скажете, конечно, и спасибо вам за это большое. Я как бы, ну, не то, что покраснел, это и вся эта фигня, просто я был вам просто благодарен, спасибо. Я был рад снова вас порадовать вот этим всем роликом, хоть и было трудно вот это все делать. И вот, кстати, на втором видео тоже, думаю, не дурой получился, вы согласны, да? Но скажу вам уже не по секрету, то, что в этом
в середине монтажа ролика, вот этого всего, когда он был уже почти готов, я решил, что не буду уже почти что монтировку вот это все делать, как в начале, там вот это все звуки, тыщ-тыщ, это все, потому что мне это просто-попросту надоело. И, в принципе, не зря, я вот так подумал. Но, в принципе, все равно ролик получился в конечном итоге хорошим. И за это, естественно, спасибо вам за вот эту всю поддержку. Вот. Вот и так, можно сказать, весь наш путь почти что прошел на канале. Я вот этому, как я и сказал, всему благодарен. И надеюсь, и в моей, блин, я даже не знаю, в душе или в сердце, ну, короче, неважно это. То есть, в общем, в моем сердце это запомнится, я думаю, навсегда. И, наверное, у кого-то из вас тоже. Спасибо, если вы так, конечно, тоже думаете. Вот это все. И спасибо, естественно, за 900 подписчиков. Ну, сейчас на данный момент у меня на ролике 922. Могло, конечно, быть и 1000. В комментариях там кое-какой один человек, который, кстати, притворялся женщиной. Меня, конечно, расстроило за этим. Но сказал, что до 1000 давай иди, ты сможешь там и так далее. Конечно, мотивация была неплохая, но я принял то решение, друзья, то, что я решил, что просто уже не хочу этим заниматься, потому что интерес крайне сильно упал, и в этом почти что уже для меня просто нет смысла. Мое просто мировоззрение поменялось, вот и все. Я больше не знаю, как вам почти что это объяснить. В комментах, может, что-то еще по этому моменту допишу, но оказывается, все вот так, можно сказать. Вот это реальность, как говорится. Да, и, можно сказать, это финальный, можно сказать, вид моего творчества, или, то есть, моего канала, и иконка, и шапка. Надеюсь, она вам тоже все так приемлемо, понравилась. Это потому, что я больше менять, наверное, их не буду. Позже, наверное, описание канала поменяю, потому что, да, оно немного длинное, а для вас, наверное, надо как раз и для новых зрителей, которые до меня, наверное, будут заходить, когда канал уже будет заброшен, посмотрят там что-то и описание еще. Я сделаю его поменьше, короче, там, чтобы было крайне понятно, а то, ну, длинное немножечко и так далее. Хорошо, про это все поговорили, друзья. Что я еще хотел добавить напоследок? Так. Ох, опять я долго болтаю. Ну, что ж это такое, блин? Ну, вырезать я не буду все-таки это. Ладно. Про остальное я хотел сказать, про, естественно, про рыцарей и про видеоигры, которые я снимал. И, в общем, вот это все вкратце скажу. Если, конечно, не попутаю с этим слова и так далее. В принципе, все. И чтобы потом с этого вы не задавали, естественно, вопросом, некоторые из вас. Раньше это была вообще дискуссия почти что. Ну, в принципе. Про то, друзья, то, что я уже все, больше независим от рыцарей, хотя просто, да, я, наверное, снимал по сей день, потому что оно набирало хорошую популярность, там, то есть просмотры хорошие, там, не то, что видеоигры. Наверное, поэтому я продолжал даже снимать. Продолжал, да. Но в итоге, друзья, я решил, что, ну да, надо разнообразие, там, видеоигры начал снимать, я хотел когда-то и блоги, но в итоге решил, что, ну, то и то мне уже надоело, и в том, что подождать, пока, вот еще плюс, рыцари битвы героев закроют в каком-то там вот, ну, я не знаю, сказал он это или нет, но просто подтвержу вот этот слух, то, что их закроют там в 2020-м в конце, вот это все, я ждать не намерен, я решил для себя, потому что, и вы, наверное, ждать не будете, пока вот этот ролик последний, в чем смысл, блин, вот это все закроют, и все, попрощаемся. И я подумал, что лучше сейчас вот это все записать, потому что потом времени, возможно, и не будет, там мало всего, что может всего там поменяться, да, непонятно что. И поэтому я решил именно сейчас вот это все с вами обговорить, то есть и в итоге уйти из канала наконец-то и, как говорится, заняться с собой, то есть своим развитием там и так далее. В общем, личной жизнью заняться и все. Как сказать, и чтоб, ну, больше вот этого надушения было, можно сказать, этого, как это сказать, тяжести, да, вот этого всего на канале. И я решил, что после того, как вот это видео запишу, то вот это все меня отпустит, и все в итоге потом, все будет уже, как бы сказать, и по-другому там, и хорошо там, и так далее. У вас, конечно, будет свое мнение по этому поводу, но в итоге я решил поступить так. И, к сожалению, вы мое решение уже не, как бы сказать, не поменяете. К сожалению, наверное. Или к счастью.
И что еще хотел добавить, да, я потом, когда еще подумал, возможно, если я бы хотел до 1000 подписчиков хотя бы дойти, решил еще, возможно, что-то снять. Например, про Warcraft 3 дополнение вот этого всего, или какие-то разные игры хотел тогда еще поснимать, например, Готика, там, на примере, Assassin's Creed, Ведьмак, Средиземье, ну, Биошок и так далее. Вот, такие почти что, ну, просто дальше игры хотел попроходить там, да, пока... Рыцари почти что не было бы снимать, если бы я все-таки снимал бы. Но в итоге я решил все-таки уйти из канала. И подумал, что это будет самое почти что верное решение. Потому что, как я уже в который раз, наверное, сказал, да, друзья, то, что у меня именно сейчас вот такие мысли, и они меня каждый день почти что не покидали по вот этому поводу. И я в итоге хочу от этого всего избавиться и покончить, как говорится. Если что, не сильно, пожалуйста, не расстраивайтесь, и, возможно, кто-то и обрадуется, что я ухожу из канала, как хейтеры, которые, ну, на это плевать, естественно, вы, наверное, скажете, что, то есть, забей на это, и я понимаю это, так что не переживайте. Ну, и хорошие вот эти люди, которые смотрели меня тоже, то, наверное, сильно расстроятся, я знаю такого одного человека, который расстроится, да. Если что, заранее извини меня, но в итоге я решил принять это решение, к сожалению. Так что... Вот такие дела, ребят, дамы и господа, и так далее. Плюс также давайте, да, перейдем теперь сюда, в мою группу. Кстати, да, по поводу группы, о, чуть не забыл, а мог и забыть. А, да, ну если что, я подписал, написал бы под комментарий, ну да ладно, раз вспомнил, давайте и тут скажем. Все, как только опубликую ролик, я сюда опубликую и сюда, да, ролик тоже сюда по посту, чтобы сказать, что все заканчивается, то есть все, с канала я ухожу. Извиняюсь за тавтологию. И, в принципе, да, я хотел сказать, что я как недавно как раз и опубликовал еще статью по «Рыцарям битвы современной и современность. Финальный исход». Там я вкратце рассказал, как, можно сказать, игра развивалась 2000 своего, то есть с самого начала ее выпуска, 2012 вроде бы, да. И да, как раз когда до момента до тотального обновления доната, там вот это все. Если кому интересно, почитайте, там, если что, заходите в группу, вот это все, я уже, это последний раз, наверное, ее, ну, возможно, и рекламирую, не знаю, но и показываю, потому что после того, как я опубликую последний ролик на канале, я сюда тоже это помещу, и в итоге, наверное, группу эту тоже заброшу, потому что нечего будет больше всего вот это все. Вот это все, да. Разные темы я пытался вот это все выкладывать, но в итоге не задалось, и я решил тоже решение ее типа закрыть, или то есть покинуть, я не буду ее удалять, и как мне Тимикс когда-то говорил, то что ты что, сумасшедший, вот эту вот группу удалять, там лучше оставь там на память вот это все. И в итоге он казался прав, да, я считаю, что тоже лучше оставить на память, там всякое, много всего разного было раньше, там можно, если что, потом полистать, вспомнить там как статью какую-то, правильно, или газету. Плюс и старая группа еще сохранилась там, так что, да. Все вот такое было. Так что вот так, друзья. Я, значит, да, тут тоже ничего уже менять не буду. Опубликую последнее видео, потом пост, то, что покидаю эту группу. И на этом, как бы сказать, закончится, как бы сказать, этот долженный путь. Все эти 3-4 года, я бы сказал, да. Так что, друзья, на самом деле, в принципе, мне больше нечего сказать. Да, но, естественно, без этого точно нельзя не упомянуть, как говорится. Возможно, когда-то в какое-то время, да, вот новое десятилетие, я захочу, возможно, создать когда-то новый канал, на котором я буду проходить только, возможно, видеоигры там или блоги и все такое, все в таком духе. Всякое, возможно, может случиться раньше, но я принял решение все-таки уже наконец-то покинуть вот этот канал, потому что я считаю, друзья, как когда-то кое-какие люди говорили мне, то есть дали понять то, что я сделал все, что смог для этого канала и выложился на все 100. Я считаю, что да, я действительно сделал все перечисленные варианты. И на самом деле, да, и я считаю, что этого, в принципе, для 4 годов действительно, наверное, достаточно. Вы можете, конечно, это осуждать, но я принял решение сказать вот так именно, да. И, в принципе, если что, там, про все, возможно, я... Скажу, упомяну там что-то про окончание игры, там что-то и так далее. Но это еще посмотрим. До этого еще дожить надо. А так, в принципе, как... А, да.
пока не забыл сказать, если я правильно это вам сформулирую. Это последнее, если что, словечко от меня, короче. То, что я тут не только... Да, вот, вспомнил. Не только из-за рыцарей, ребят, покидаю канал. То, что их нельзя снимать, и большинство снимают какие-то песочницы, видеоигры и так далее. Так вот, я вот это тоже пытался, вы же, наверное, видели, кто мог. И мне это тоже уже не задалось, то есть мне это тоже не нравится, и поэтому я решил, что все, буду уходить из канала, потому что все, мне почти что ничего уже не хотелось снимать там вот это все, и все в таком духе. Вот, и поэтому я решил, что теперь точно буду выходить из канала. Вот, наверное, и все. Да, наверное, так надо было объяснить, да. Я уже устал, естественно, говорить, честно вам признаюсь, друзья, но я хотел вот это все высказать, все, что у меня накопилось в голове за вот эти, наверное, все годы почти что, да. Вкратце этим хотел с вами поделиться, но в итоге опять не сильно это получилось. Похоже, получится аж, да, кстати, на 40 минут, потому что я, друзья, концовку видео опять не буду оставлять черным фоном там или аутро там какой-то вставлю. Я решил так, друзья, что я поставлю, наверное, те моменты, как я сделал в прошлом видео, в каком-то, дайте я сейчас вспомню. Это, наверное, там, где я все интро показывал. Это, наверное, вот здесь, да, пора полить во всем, да, вот этой пары. Как я там в конце ролика не просто там попрощался, и все, черный экран, затухание, и все. Я добавил все свои интро для канала, и на самом деле не зря. Мне, кстати, самому понравилось, когда я вот это все пересматривал, вот это все, показал все свои интро канала, которые я делал, потому что больше никаких не будет больше. И в итоге оказался прав. И для этого последнего ролика я решил сделать то, друзья. Возьму всего лишь маленькие моменты того самого первого года, когда я начал снимать, самые такие кусочки моментов, которые самые удачные у меня получались, там видео, и просто поставляю их быстренько в конце, вот это вот тоже, кому интересно, конечно, захочет остаться, там, а не кликнет видео, там, то есть все уйдет из него, там, все, пока, пока, прощайте, и так далее. Я, можно сказать, повставляю там под хороший музончик, там, вот это все, и таким образом закончу, как бы сказать, путь по карьерной лестнице, если так можно назвать канал, и, можно сказать, полностью с каналом попрощаюсь. То есть, такова концовка этого видео будет. Вот. В принципе, так. И, в принципе, на этом, наверное, все, дорогие друзья. Раньше, да, немало было таких современных событий там или скоростных, я не знаю, как еще это назвать, но было очень все круто, познавательно, там местами и опасно там что-то, но мы это выдержали, конечно, я, естественно, выдержал. Спасибо всем вам за то, что подарили мне вот эти все, как я сказал, да, 900 подписчиков там, к сожалению, тоже я сам, что до 1000 мы не найдем, похоже, никак, но всякое бывает в жизни, как говорится. Спасибо вам просто за все то, что вы смотрели мои ролики, там вот это все, и комментировали, лайкали, дизлайкали и так далее. Это все было все равно тоже для мотивации, смотивированной и всему прочее. Что же вам еще под конец сказать? Я вот думаю, что-то хотелось еще добавить. Ну, может быть, я вам потом, может, что-то еще скажу. Ну, в комментариях, естественно, да, если что-то добавлю. На самом деле, мне уже почти что нечего, наверное, добавить. Кроме хотя бы того, что... Что ж, друзья, надеюсь, это новое десятилетие принесет нам много чего нового еще. Естественно, я уже для себя выбрал кое-что и буду за этим, естественно, активно следить. Скажу вот так, чтобы не поддаваться подробности, а то, я знаю, вам это надоедает, а надо уже, конечно, прощаться. Вот, наверное, на этом как раз и все. Это все, что я как раз хотел сказать, так что... На этом все, дамы и господа, с вами здесь был, да, и, естественно, из канала, блин, как бы вам это сформулировать, я не знаю, естественно, но все-таки призрак из канала, призрак того же, хоть я и раньше назывался разными именами, но конечное название я решил оставить призрак, потому что оно, я решил, что больше для меня и подходило, и на самом деле я рад, что... Именно это название я оставил. Хоть кому-то там хотел, чтобы я переименовался опять в того, там, разнообразный контент, там, рыцарь ТВ и так далее, но, к сожалению, этого не будет, то, кто этого хотел, потому что я решил, что все-таки оставлю это название. И оно мне, в принципе, нравится. В общем-то, так. Все, дорогие друзья, я с вами, похоже, окончательно, думаю, прощаюсь. Надеюсь, все в будущем, все будет хорошо. Ну и, да,
осталось только одно слово сказать. И это прощайте. Всего вам только хорошего. Пока. Спаси и сохрани! Пошел отсюда, карась волосатый! Лечимся быстро. И добьем его красиво. Надеюсь. На!